Мне стыдно. Нигде в мире не случилось ничего подобного тому, что произошло в Новых Санжарах. И вот вместо того, чтобы радоваться благополучному возвращению 45 своих сограждан из очага эпидемии китайского коронавируса, не больных, заметьте, людей с малейшими подозрениями на болезнь китайские власти просто не выпустили из страны. Их встретили камнями, горящими покрышками, стычками с полицией. Теперь все это возмущенно обсуждает весь мир. Даже в ООН выпустили специальное заявление. Репутации страны нанесен огромный ущерб. Я считаю, что мы имеем дело со вспышкой элементарного невежества и суеверий, которые долго копились у самой отсталой части людей и вдруг хлынули через край, что самое прискорбное, в нетерпимой, агрессивной форме. И не надо все валить на новую власть, пожалуйста. Новая власть со всеми ее изъянами, пороками, ошибками точно не хуже всех предыдущих. Она, вообще-то, ответ избирателей на последовательный отрицательный отбор, который почти три десятилетия шел внутри политической элиты страны. Россия не начала широкомасштабную войну против Украины, Запад от нас не отвернулся. И до эпидемии нового китайского коронавируса власть тоже, я надеюсь, страну не доведет.